В группе есть много постов, мы все стараемся размещать их соответствующими тегами по тематикам. Для того, чтобы найти нужные посты, можно перейти в раздел «Популярные топики в постах», нажать кнопку «Manage», далее выбрать понравившийся топик, например, что-нибудь по Node.js тому же, и высадятся все посты, относящиеся к Node.js. Их также можно лайкать, комментировать, добавлять свои посты, уже размеченные, либо мы будем размечать, и находить ту информацию, которая вам интересна, потому что в группе довольно много разных материалов на совершенно разные темы, и чтобы выбирать те посты и не пропускать какие-то интересные материалы, можно всегда найти по тегам.